Москвичи взяли в руки весла. Александра Диченко. Это долгожданный гребцов и будущих олимпийцев. Прийти попробовать вообще, как это грести. Здоровье, физическую форму. То есть не обязательно. Действовано 95%. И здоровое тело. Однако на данный вас. Их было, по-моему, сейчас еще появилась такая грибная. Гребли, потому что как бы не везде можно, по крайней мере, в Москве. В новом клубе можно заниматься академической игрой. Пятьсот детей минимум. Брать лодочки, доски, кота. Заинтересовали, конечно, эти доски. Вот это. Соответственно, пойти вот так вот и. Новый спортивный центр оценил и зам. Как душевых и комнатах отдыха. Открыли вот эту историю, это для них. Водные прогулки, записать детей в новую. С активных тренировок сжигается более 500 ТВ.